Белый зомби. Продюсер Эдвард кого-то хоронят. Прямо на дороге? Возница, что это такое? Это похороны, мадемуазель. Так здесь провожают умерших. Они стоят прямо на дороге. Это очень странное место. Люди здесь умирают постоянно. Эдолин, веселей. Мы скоро приедем. Вы знаете дом месье Бомона? Зомби! Вперед! Пошла! Мой шарф, он остался у него. Зачем ты гнал лошадей, как сумасшедший идиот? Мы могли погибнуть. Ужас не в этом, месье. Нас могли поймать. Поймать кто? Те люди? Это не люди, месье. Это тела мертвых. Мертвых? Да, месье. Зомби. Живые мертвецы. Трупы, поднятые из могил для работы на сахарном заводе. Они выходят ночью. Смотрите, вон они идут.
Смотри. Смотри. Простите, у вас нет огня? Я вас напугал. Прошу прощения, я не хотел. Нет, вы тут ни при чем. По дороге сюда кое-что произошло. Мы остановились и увидели каких-то людей. Наш возница сказал, что это вовсе не люди, а трупы. Трупы? Надеюсь, вы в это не верите? Я? Нет. Это просто глупый предрассудок. Местные жители так любят всякую мистику, что голова идет кругом. Я живу здесь вот уже 30 лет, и столько всего наслушался. Пойдемте в дом. О, да, пойдем. Прошу тебя. Мистер Бомонт дома? Вас ожидают, доктор Брюгер? Да-да, меня вызвали из-за какой-то молодой пары. Видимо, это вы? Да? Извините. И как давно вы знаете мистера Бомонта? Всего несколько дней. Мэдлин представила нас друг другу в Порт-о-Пренс. А вы? Я познакомилась с ним на корабле, который плыл в Нью-Йорк. Он был очень добр. Мэдлин и я планировали пожениться, как только она приедет, но мистер Бомонт убедил нас приехать сюда на свадьбу и обещал отправить обратно в Нью-Йорк, когда мы пожелаем. Странно. Очень странно. Вы... Я сообщу мистеру Бомонту, что вы здесь. Все в порядке, не так ли? Полагаю, что да. Я сам видел мистера Бомонта всего раз или два. Но он мне ничего не говорил о том, что собирается пригласить сюда такую молодую пару, как вы. Если только... Что, если только? По-моему, над нами подшутили. Я предлагаю вам немедленно уехать отсюда, как только вы поженитесь, и больше никогда не иметь никаких дел с мистером Бомонтом. Молодые люди и доктор Брюгер прибыли, сэр. Они ждут в приемной. Покажи им их комнаты и жди приказаний. Нет, подожди. Вероятно, мне лучше с ними встретиться. Было бы странно, если бы я этого не сделал. Очень странно, сэр. Тем более, что доктор Бруно очень скептически относится к вашим побуждениям. Оставь в покое мои побуждения. Еще одно лицо прибыло? Пока нет, сэр. Он опаздывает на сутки. Лучше бы вам держаться от него подальше, сэр. То, что вы задумали, опасно. Думаешь, я не знаю, Сильвер? Кажется, ты не понимаешь, что эта девушка для меня значит. Я готов пожертвовать для нее всем в мире. Мне ничего не нужно, кроме нее. Полагаю, вы могли бы поехать в... Большинство людей... Мэдлин. Как я рад вас видеть. Миллион поздравлений. Благодарю. Доктор Брюгер, благодарю вас за то, что вы пришли. Вы такой занятой человек. Нет-нет, я направлялся в одну семью местных жителей. Они живут неподалеку. Сразу после свадьбы этих молодых людей я уеду. Но, надеюсь, вы останетесь на праздничный обед после церемонии. Нет-нет, я обещал. Очень жаль. Я приготовил нечто необычное для этого случая.
Мне так приятно, Мэдалин, что вы согласились навестить такого одинокого человека, как я. У меня было так мало времени, что я не смог сделать и половину того, что хотел бы. Вы уже сделали так много для того, чтобы мы прекрасно отметили нашу свадьбу и были счастливы. Спасибо. Вы? Да, конечно. Разумеется. Надеюсь, этот вечер вам запомнится. Но, должно быть, вы устали с дороги. Вам надо немного отдохнуть. Сильвер? Сильвер покажет вам ваши комнаты. Сюда, пожалуйста. Счастлив вас видеть, месье Боман. Прошу вас. Прошу. Простите, что заставил вас ждать, месье. Все они зомби. Эти люди. Правда? Они работают у меня на фабрике. Причем работают на совесть. Их не волнуют лишние проблемы. Вы могли бы использовать таких рабочих на своих плантациях. Нет. Это не то.
Что мне нужно? Тогда, вероятно, вы говорите о молодой девушке, которая остановилась в вашем доме сегодня вечером. Вы ее видели? Когда? Она потеряла шарф. С ней был молодой человек. Они должны пожениться сегодня вечером. Вы слишком долго ждали, теперь уже слишком поздно. Ну что вы хотите? Она должна исчезнуть. Ненадолго. Чего вы хотите добиться этим исчезновением? Всего. Всего. Думаете, она забудет про свою любовь через месяц? Дайте мне только месяц. Всего один короткий месяц. Она не забудет. Ни через месяц, ни даже через год. Я видел ее глаза. В них была любовь. Но не к вам. Не к вам. Они поженятся через час. Должен же быть какой-то выход. Выход есть. Правда, это непросто. Очень непросто. Сделайте то, что мне нужно. И просите все, что хотите. Нет. Нет, только не это. Всего лишь укол. Или крупицы этого вещества в стакане белого вина. Или, может быть, на цветке. Возьмите. Времени очень мало. Вы же хотели именно этого. Возьмите это, месье. Берите. Вы же всегда можете передумать. Сообщите мне, когда этим воспользуетесь. Я найду другой способ. Другого способа нет. Это бьют ритуальные барабаны. Закрой дверь. Закрой. Закрой скорее. Какая прелесть. Я люблю вас больше всего на свете, Мэдалин. От вас зависит моя жизнь. Вы можете вознести меня на небеса, а можете низвергнуть в бездну. Я сделаю вас счастливейшей женщин. Не отвергайте меня. Скажите мне «да», пока еще не слишком поздно. Прошу вас, только скажите мне «да». Нет, не надо.
Не делайте этого, Мэдлин. Еще не поздно. Мы можем уехать в Панаму. Экипаж уходит в полночь. Вы сошли с ума? Не портите все. Это мой последний дар вам, Мэдлин. Перед тем, как я потеряю вас навеки. Мы собрались здесь перед лицом Господа и присутствующих здесь свидетелей, чтобы заключить между этим мужчиной и этой женщиной священные узы брака. Приступим. Дорогие друзья, тост за невесту, красавицу и королеву. Ваше здоровье, мистер Боман. Я оставляю в этом бокале свой поцелуй. Прекрасная цыганка, предскажи мою судьбу. Что ты видишь в бокале? Я вижу счастье. А теперь хороший дом. Это все? Нет. Я вижу... Что там? Я вижу смерть. Нет. Мэдлин, что случилось? Приди в себя, дорогая, прошу тебя. Нет. Нет. Что с тобой, Мэдлин? Мэдлин! Боже, что с ней? Очнись! Очнись, Мэдлин! Мэдлин! Приди в себя, о, жена моя! Thank you.
Восславим Господа нашего, помолимся за спасение ее души. Во имя Бога и ангелов небесных, спаси и сохрани. Аминь. Ближе, ближе, ближе. Смотрите. Зомби? Да. Это мои зомби. Вы напрасно считаете, что мы сможем справиться одни. На это нам не хватит всей жизни. Вот это колдун и знахарь. Когда-то он был моим господином. Я вам о нем рассказывал. Мангедас, злобный тип. Он что-то замышлял против меня, но ему это с рук не сошло. Виктор Дежар, в прошлом министр внутренних дел. Керпианс, Бременшир. Маркиз, капитан Макгадамори, а это Шавен, главный палач. Как-то он чуть не казнил меня. А теперь все они здесь. У меня на службе. Они подчиняются мне. Но что, если они вернут себе свою душу? Они разорвут меня на куски. Но этого, мой друг, не случится никогда.
Мэдалин. 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 Этому исчезновению есть два объяснения. Тело было или похищено работниками кладбища после церемонии похорон, или что? Или она не умерла? Не умерла? Вы с ума сошли? Она умерла у меня на руках. Врач выписал свидетельство о смерти. Я видел, как ее хранили. Подождите минутку. Я не сошел с ума. Я очень давно живу на этом острове и уже видел такие вещи собственными глазами. Вы скажете, это предрассудки? Хорошо. Но местные жители прибыли сюда из самых удаленных уголков Африки, а некоторые даже из Древнего Египта. Там существовали самые разные культы. Да, но какое отношение это имеет к Мэдалин? Я поцеловал ее, когда она лежала в гробу, ее губы были холодны. Подождите. Я сейчас постараюсь вам все объяснить. Помните, когда вы приехали к Бамону, мы встретились у его дома и впервые заговорили о местных предрассудках. Тогда ваш возница сказал, что он что-то видел. Да, мы видели каких-то существ. Да. Он сказал, что это трупы, что они вышли из могил. Да, это и есть предрассудок. То есть не исключено, что кто-то похищает трупы из могил, как и в этом случае. Вы хотите сказать, что Мэдалин убили, а потом выкрали ее мертвое тело? Но это ерунда. Нет, не совсем так. Ее тело, но не мертвое. Неужели вы правда думаете, что она жива? И сейчас в руках дикарей? О, нет. Лучше смерть, чем это. Простите, пожалуйста, у вас есть спички? Спасибо. Вы же в это не верите? Случалось много случаев, когда людей объявляли мертвыми, а в течение года они оживали. Если природа способна на такое, то почему бы не предположить и такую возможность? Но я не знаю. Ваш возница верил, что видел мертвецов, которые шли. Это не так. Он видел живых людей. Дело просто было в этом и в этом. Все это очень странно. Долгие годы я пытался в этом разобраться, но не мог сопоставить размышления и реальные факты. Это основной закон Гаити. Попробуем найти в нем что-то на эту тему. Так. Он написан на французском. Вы говорите по-французски? Нет. Простите, у вас нет спичек?
Прошу вас, здесь есть еще одна. Спасибо. Простите, я не заметил. Я переведу для вас. Если вам интересно. Глава 49. Использование наркотиков или других веществ, приводящих к состоянию комы или летаргии, считается покушением на преступление. Покушением, да? Правильно? Да. Если человек был захоронен заживо, этот акт считается убийством, независимо от того, что послужило причиной этого. Кома. Помните, вы говорили, что не понимаете, почему он принимал в нас такое участие? Вы считаете, что он сделал это? Нет, я думаю, что это сделали аборигены. Только они владеют этим искусством, иначе и быть не может. Только бы мне добраться до этого негодяя, который ответственен за это, и я устрою показательный процесс, чтобы навсегда избавить этот остров от этой мерзости и колдовства. Но почему? Вы ничего не сможете в одиночку. Разве власти не могут вам помочь? Власти, мой мальчик, вы не знаете этот остров. Местные власти боятся этих колдунов как огня. А я не боюсь. У меня очень много друзей среди аборигенов. Я могу попасть туда, куда не проникнут ни одному жандарму, потому что я проповедник. Они верят, что я их учитель. Я уверен, что мы можем выявить грехи и, наконец, наказать мерзавцев, занимающихся колдовством. Мэдалин. Глупые побрякушки. Они не могут вернуть огонь в эти глаза. Я сходил с ума, когда решился на это. За одну твою улыбку я готов на все. Я дам тебе все, что пожелаешь. Я думал, что красота — это все. Но душа... Душа пропала. Я не могу смотреть в эти... пустые, широко распахнутые глаза. Постой. Прости меня, Мэдлин, прости. Я больше не вынесу. Я должен вернуть тебя обратно. Обратно в могилу, мсье? Нет. Верните огонь в ее глаза.
и любовь в ее уста. Она снова должна стать счастливой. Вы получили очаровательную картину, месье. Такую, на которую мне самому приятно смотреть. Вы должны привести ее в чувство. Разве вы не понимаете, к чему это приведет? Как она будет к вам относиться, когда она начнет все понимать? Я не могу видеть эту ненависть и ужасающую пустоту в ее глазах. Может быть, вы и правы. Но было бы жаль уничтожить такой очаровательный цветок. Давайте выпьем за будущее этого прекрасного цветка. Прикажите подать вина. Сильвер, принеси вина. Мы хотим поднять тост. За ваше будущее. Всего лишь укол, месье. Или цветок. Или, может, бокал вина? Демон, что ты со мной сделал? У меня другие виды на мадемуазель. Боюсь, вы могли бы с ними не согласиться. Я думал о вашей любви, но я сам. Сильвер! Сильвер! Нет, не делайте этого. За будущее, месье.
Убийца. Вы. Нет. Нет. Только не это. Вы точно знаете, что делаете? Мы заехали в такую глушь? Здесь живет мой друг. Его зовут Пье. Он здесь все знает. Уверен, он поможет нам. Подойди ко мне. Дам тебе два амулета. Один защитит тебя от недугов, а другой поможет в пути. Вот, возьми. И вот второй. Я рад приветствовать своего друга. Но кто это с тобой? Он не хочет говорить при незнакомце. Разбейте лагерь. Завтра нам предстоит тяжелый день. Ну, Пье, рассказывай, что у вас тут происходит. Это величайшая тайна. Я понимаю, но мы же друзья. Я пойду дальше. Что меня ждет? Это очень плохо. Лучше вернуться. Нет, я решил идти до конца. Нельзя противостоять неземным силам. Послушай, ты не дашь мне проводника? Мой народ испугался и убежал в горы. Но почему? Потому что рядом поселились живые мертвецы. Ты там бывал? Я единственный, кто видел их. И остался в живых. Ими управляет человек, который сеет убийство. Я расскажу тебе о его злодеяниях. Стервятник. Так оно и должно быть. Стервятники, питающиеся падалью, живут в доме живых мертвецов. Мэдалин. Неужели она там? Нет. Я должен пойти туда. Прошу вас. Нет, нет, нет. Вам надо отдохнуть. Прошу вас, ложитесь. Пожалуйста. Успокойтесь. Мы отправимся туда утром. Набирайтесь сил. А я пойду на разведку. Что это ей не спится сегодня ночью? Может быть, она что-то вспомнила? Они никогда ничего не помнят из прежней жизни.
Неужели? Потому что у них нет памяти. Ты должна, если тебе дорога жизнь. Я уйду отсюда. Сначала он должен тебе разрешить уйти. Мне не нужно его разрешение. Я все равно уйду. Он тебе не позволит и сделает такое же, как она. Вы еще в состоянии меня слышать? К несчастью, вы уже не способны говорить. Если бы вы могли, вы бы описали симптомы вашего состояния. Послушайте, вы первый человек, который знает, что с ним происходит на самом деле. Другие этого даже не подозревали. Как-то отказались пожать мне руку. Ну что ж, я помню. Теперь мы лучше понимаем друг друга. Thank you.
Thank you.
Мэдалин! Мэдалин! Мэдалин. Мэдалин, я тебя нашел. Ты жива. Жива. Послушай, это я, Нил. О, моя дорогая, что они с тобой сделали? Кто вы такой? А это кто? Для вас, мой друг, это ангелы смерти. Идите вперед, вперед, вперед! Смотрите. Мэдалин, ты не узнаешь меня, дорогая? Я Нил. Могу поклясться, что на какое-то мгновение она узнала вас. Бежим! Ему нельзя дать уйти! Мэдалин, моя дорогая. Нил, я спала? Прошу меня простить. У вас есть спички?
конец.